О дискриминации заявляют власти духовные. Сегодня в Харькове Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал нардепов не принимать антицерковные и антигосударственные законы. Такое обращение размещено на сайте УПЦ. Речь идет о законопроекте 4128, который предусматривает возможность самоопределения религиозных общин, а также о законопроекте 4511 об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором. Документ даст госорганам широкие полномочия в проверке и контроле жизни таких религиозных общин. Синод отметил, что принятие этих двух законов может привести к религиозной вражде, дискриминации и ограничению свободы вероисповедания.